Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, описания из книги «Великие музеи мира» Ида Рамбут Седана. Место находки неизвестно. 20 век. Дерево, резьба, раскраска, металл, литье. 42 на 15, на 13, 37 на 16, на 13. В представлениях народов Индонезии имеется немало черт, которые сформировались в результате взаимодействия их устойчивых верований и различных внешних влияний. Местным проявлением индуизма является Ида Батара Рамбут Седана, божество материального благополучия и богатства. Оно может быть представлено и в мужской, и в женской ипостаси, а также, как в данном произведении, парой. Его основной атрибут, покрывающий все тело, одеяние из традиционных китайских монет Ян Кепен, отлитых с квадратными отверстиями в центре, сделанными для удобства хранения и переноски. Специалисты предполагают, что они могли появиться в Индонезии в IX веке, во время правления в Китае династии Тан, когда сюда пришли торговцы из Поднебесной империи. Вероятно, какие-то местные анимистические верования, связанные с почитанием предков, были дополнены представлениями о материальном благополучии. Так появились антропоморфные статуэтки, украшенные названными деньгами. Между тем, со временем настоящие монеты были заменены их имитациями. Две данные статуэтки изображают божественную пару. Мужчина с пышными усами и женщина, вырезанные из дерева, раскрашены красной и черной красками. На них традиционные индонезийские королевские головные уборы. Вот такое описание к работе Ида Рамбут Седана. Место находки неизвестно, 20 век, я нашел в описании книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.